Продувает стеклянные шары на нашей фабрике, а я буду комментировать. Так вот, вот гномик приходит на пузырик на свое рабочее место, зажигает горелку, потому что для того, чтобы работать со стеклом, который, как вы знаете, материал хрупкий и ломкий, нам необходим огонь. Вот смотрите, пузырик берет стеклянную трубку и, ловко вращая ее в пальцах, начинает нагревать, но только в одном месте. Для чего он это делает? Все дело в том, что стекло, нагреваясь при температуре где-то 1000 градусов, становится становится податливым, как практически как пластилин. Сейчас вы это увидите. Видите, пузырик работает без перчаток, потому что, значит, нагреваясь в одном месте, видите, стекло вот так вот растягивается, не ломается, не крошится, а вот так вот растягивается. Для чего он это делает? Для того, чтобы сделать саму заготовку, чтобы из нее выдать стеклянный шарик. Теперь он работает со второй половиной этой трубочки. Вы уже знаете, что стекло делается из песка, да? Так вот, надо вам сказать, что мастера все время соревнуются, кто шар большего диаметра, большего размера сможет выдать. Все дело в том, что стеклянный шарик надувается не так, как мы привыкли надувать шарик воздушный, многократно набирая воздух в легкие, а стеклянный шарик выдувается на одном дыхании, как говорится, за один присест. И сейчас вы это увидите. Вот пузырик разогревает уже саму вот эту пульку, да, и сейчас вот из нее он выдует стеклянный шарик. Смотрите, как это делается. Вот так вот, на одном дыхании пузырик выдувает вот такой вот стеклянный шарик. Посмотрели? А теперь пройдем.